Добрый день, любители прицепчиков профессиональных. Хочу вам показать образец нового дышла. Уже швеллер десяточка идет. Более усиленные места под крепление тормоза наката. Тут некоторые люди просят, чтобы установили лыжи. Для того, что сейчас сзади покажу, чтобы съезжал. Техника съезжала. Также это дышло установлено на болтах. Вот раз, два, здесь будет три, четыре, пять. Пять болтов на одну сторону. И, кстати, дышло держится на 10 болтах. Усиленные борта. Боковые борта для того, чтобы когда передний борт открывается, чтобы эти борта что-то навалят, чтобы они не раздавило его на сторону в этом месте, конечно. Ставим усилитель. Ну, также идет отбойничек на скрыла в будущем. Здесь установлены уже усиленные амортизаторы с хорошими косынцами, чтобы не повырывало их. И лыжи, аппарели установлены для того, чтобы техника заезжала. Эти аппарели выдвигаются из-под низу и ставится на задний борт. Тут номер будет, светотехника. Вот такой прицепчик. Вот. Звоните, заказывайте. Задний борт будет на мощных завесах. Вот такое мы изготавливаем под заказ. Пожалуйста, всего хорошего.